Доброго времени. Ну что, я могу порадовать. Все идет пока как идет. Так скажем, пространство зачищено. Остаются наши разборки на земле. Значит, на данный момент ориентировочно до 1 марта днем будет пробуждение народа более активное. То есть вы услышите все, что вы хотите, напрямую, без всяких посредников, гуру, учителей и прочее. Единственное, на ночь будет это закрываться. Но каждое утро будет открываться. То есть дадут вам некоторую свободу посмотреть на прямое общение с Творцом. Что происходит сейчас? Идет много путаниц всяких, соблазнов и прочее. Но на данный момент, если говорить про госпереворот, то ориентировочно это может произойти 19-23 числа. То, что будет смертей, очень много. Очень много. То есть поработали с разных сторон. Ну, сейчас ожидания в некотором плане. Но это не означает, что вы можете сидеть и отдыхать. Нет, вы действуете. То есть у них нету внешнего управления. То есть они сейчас каждый сам по себе. То есть правая рука не знает, что делает левая. В принципе, это заметно на этой системе. То есть они друг друга кусают, друг друга ломают, поддерживают. То, что касается слива протеста, ну, я так подумал, с какой целью было. Но если 23-го было, что протесту сопротивлялись только, скажем, спецы в виде ОМОНа, то 31-го началось жесткое некоторое издевательство, скажем, над протестующими. Произошло из-за того, что они приняли некоторые таблетки, стимуляторы или еще что-то. Но самое интересное, прием каждой этой таблетки отнимает у них жизни от 10 до 20 лет. И если бы протесты продолжались дальше, через месяц-полтора там бы вообще никого не осталось. С такими, скажем, запросами на системное управление. Так что те, кто в системе, думайте, что глотаете. Что будет происходить дальше? 1 марта покажет. Некоторые действия в ту сторону идут. Посмотрим, что сделать. Что на данный момент происходит? На данный момент я тут задумался, что у нас много бытовой магии. Ведьм там всякие. То есть это почти 50% страны этим злоупотребляло. В общем, на помощь нам вышли гномы, которые раньше защищали. Были как стражи между темным и нашим миром. И они начинают зачистку. То есть гномы, у них в основном вихри вниз, к центру земли. Так что, ну, как бы попросили с ними сильно не бороться, так как они ведут зачистку. Со всеми остальными, пожалуйста, все, что хотите, можете делать. Можете вялить, сушить. У них поддержки нету, подпитки нету. Они будут сейчас проявляться, вся вот эта агрессия. То есть вот эта сущность тех, кто... Именно сущность внутренняя, то есть им не удастся скрыться за масками доброжелателей, либо наоборот, под маской злого может выскочить некоторое доброе и нежное. Ну, все возможно. Этот мир непредсказуем. Поэтому вот эти огоньки, которые идут в некоторой системе, есть огоньки, которые не подвержены данной системе. И они, через них может быть разрушение вот этой всей системы. То, что увольняются там 10 генералов, там, ну, такие тенденции-то идет к этому. Что тут ультиматум ставят, спецслужбы, еще кто-то, самому верховному. То есть это все, в принципе, как бы правила одной игры. Единственное, что бы хотелось пожелать, думайте сердцем. Сейчас напрямую, говорю, с вами будут контактировать, по крайней мере, до 1 марта. Земля дала передышку, то есть все каналы темные перекрыты, поддержки у них нет. Светлые каналы открываются, ну не светлые каналы, просто энергия Творца
днем открывается, ночью закрывается. То есть они сейчас будут работать как вампиры. То есть по ночам боятся света, их будет это сжигать и будет уничтожение. Ну, вот пока все. Благодарю за внимание. Счастья, радости, спокойствия. Я Русь.